По всей стране, в частности в Самаркандской области, с 10 февраля проводятся дни вакцинации против кори. На примере второй семейной поликлиники в городе Самарканде творческая команда СТВУС изучила процесс прививок. По словам главного врача поликлиники Матлюбы Турдыевой, вакцинация проводится в две смены. В настоящее время на территории семейной поликлиники проживает 76 512 человек, а около 3000 в возрасте от 6 месяцев до 5 лет проходят внеплановую вакцинацию. Сообщается, что корь является чрезвычайно заразным и вирусным острым инфекционным заболеванием, которое является одной из наиболее распространенных причин смерти в мире. Основными симптомами заболевания является повышение температуры тела, воспаление сыпи и слизистой оболочки по всему телу. Наиболее серьезные осложнения включают лихорадку, энцефалит, тяжелую диарею, дегидратацию, средний отит и пневмонию. Две дозы вакцины против краснухи обеспечивают 100% защиту от заболевания. В настоящее время за один день в семейной поликлинике получают прививку от 40 до 50 детей. Вакцины от кори хранятся в специальных термопакетах и холодильниках. Необходимо отметить, в семейном медучреждении функционирует электронная система приема пациентов. Специалисты принимают в среднем до 1300 человек в день.